Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екати спортивный инвентарь. Погодите, я вам что, какая-то гантель? Меня, то есть, можно таскать, что ли? Не-не-не, я вам не игрушка, нет. И сегодня мы находимся там, где дети в школу вместо учебников в портфеле таскают только спортивную форму. И сегодня мы находимся там, где все всегда обожали и обожают ходить в школу, потому что каждый день в школе у них по 7 уроков физкультуры. Вот только физкультуры, никаких других уроков больше нет. И сегодня мы находимся там, где никто в городе не знает, что такое сок, чай, кофе и еще что-то, потому что всегда все пьют только протеинчик. А вот это, а еще кушают вместо завтрака не яички и кашу, а протеиновые батончики. Короче, вся жизнь сплошной протеин. А, ну так это самое. Мы в Мелитополе, это город на Украине. Я там была однажды. И ты думаешь, что заходишь в город, ты прям заходишь, и сразу же заходишь в спортивный зал. Ну знаешь, вот в аэропорт заходишь, там чемоданы забрать, там надо, да, проверку пройти. А ты сразу выходишь в город в спортивный зал через беговые дорожки, через вот эти вот упражнялки всякие, через гантели, да. Ну у меня там друг живет, он качок, конечно, знатный. Прям такой сильный, он меня на одном пальчике может поднять. Ты в Мелитополе была? Да я 15 лет жил в Украине, я никогда в Мелитополе не был. Ты же не была в Украине, ты чё врёшь? Я не знала, что Мелитополь — это Украина. Я вот только сейчас догадалась об этом. Подожди, то есть Мелитополь — самый спортивный город Украины или самый спортивный город мира? Если там каждый день у них только физкультура, и они хомячат только протеиновые батончики. Да, они вообще там все поголовно качки, спортсмены, футболисты, там каратисты, вот это вот всё. И раз, и два, и три, и еще последние четыре, и, как говорится, вот пятый напоследок. Ну, еще шестой за маму, и шестой за дедушку, прабабушку, и восьмой за проюродного дядя. Устала, еще десятый раз, 12 и 20. Нет, ничего, не получилось, извините. Ты где штангу эту нашла? А, да тут за поворотом вот здесь была, я притащила ее, но я подумала, а как нам еще бога Майнкрафта искать? Может быть, я сейчас это накачаюсь, стану красивой, и он спустится с небес ко мне. А, ну кстати, да, мы же в Мелитополе, возможно, он как бы в Мелитополе живет. Ну не, свое красивое тело в сегодняшней серии Майнкрафта не ищи, ты точно его не сможешь накачать за одну серию. Зато посмотри туда, вдаль, вот туда, далеко-далеко. Видишь, что там? Дай угадаю, это деревня. Как ты угадала? Не знаю. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как бог Майнкрафта с неба закричал Кате, то, что мы сегодня находимся в Мариуполе, в Мелитополе. Я честно тебе скажу, я даже не знал, то, что такой город существует, хоть столько лет прожил в Украине. А то, что этот город вообще самый спортивный на планете, этого я точно знать не мог. Ты это знала? Я-то это знала, я же тебе говорю, я была в Мелитополе, я же тебе историю целую рассказала. Ай, да, у Кати в каждом городе на этой планете есть какие-то знакомые, или прабабушка, или прадедушка, или правнук еще какой-то. И слушай, так если бог Майнкрафта нас сегодня прислал в Мелитополь, может он нам хочет подарить вот это два абонемента в спортзал или два билета на какой-то футбольный матч, чтобы мы посмотрели его? Ну слушай, да, я вот люблю, например, смотреть там, мне нравится кикбоксинг, мне нравится хоккей, коньки, может быть, мы посмотрим? Ну, хоккей мы сегодня вряд ли посмотрим, учитывая то, что как бы лето на улице, да, и льда точно нет, но я вижу то, что здесь у нас... Ты смотри, что делает. Качок. Гантели поднимает. Так, а ну, Катя, быстро жопу затащила на беговую дорожку, 800 метров пробежала, быстро в эту же секунду, давай. Ой, ну я в эту серию пришла не чтобы бегать, я хочу сегодня развлечься, там, на матч сходить какой-нибудь, ёпростоте, пойдем дальше. Так, ну ты молодец, хорошо то, что в спортзал ходишь, молодец, давай, качайся. Так, ищи, если здесь идет какой-то матч, мы сразу же на него пойдем. Нифига себе. Ты на этого посмотри, что он творит. Подойди вот сюда. Ой, молодой человек, здравствуйте. А вы каратист? Вы каратист? Как вас зовут? Как к вам обращаться, молодой человек? Я Дзин Костин Владет Карате. Я панет вас. Я тоже в первом классе занималась карате. Хотите, мы с вами потренируемся сейчас вместе? Давай, нападай на меня, нападай. Я вам подножку поставлю. Я в первом классе учила приемы карате. А, спасибо, вообще-то девушек не бьют.
Ага. Так ты, ты сама его только что пригласила, чтобы вы с ним на поединок пошли. Конечно, он тебя вздруг, он профессиональный каратист, и посмотри, у него черный пояс есть. Вансин, блин, я вот, аригато, я не понимаю японский. Ты чё, на каратиста сейчас только что наехала? Да я в первом классе занималась, я знаю. Ой, в первом классе, так, давай идем дальше. Этот мужик чё делает? А он, походу, тачки поднимает, на это, знаешь, на скорость, это вот кто больше поднимет. Мужик, ты машинами качаешься, иди как тот, вот этот, гантельки подымай, а не машины подымай. Подожди, он же искренний коренной малитополец. А, ну да, может он всю жизнь машины над головой. Так это джипы огроменные, они тонну где-то весят. Так, да кого тонну? 3 тонны. 3 тонны, так, все, мы тебе не мешаем, так, проходи вот сюда. А здесь у нас футбольное поле. Эй, мужики, это самое, у вас здесь матч сегодня будет или что? Мы можем посмотреть? Кать, давай тогда иди на трибуны забегай. А я, кстати, я, кстати, в детстве, я много лет подряд на футбол ходил, я тренировался, да я такие голы забивал, середины поля забивал. Дайте мне сейчас бутсы, дайте мне мяч, я тут вас всех сдрюкаю. А, кстати, Кать, ты же в детстве на воротах любила стоять, да? Да, я не только на карате в первом классе ходила, я еще и на воротах стояла, я отменный вратарь, конечно, давайте. Ну тогда давайте. Так, идите на вот ту вторую половину, мы вас сейчас сдрюкаем. Тогда давайте 2-2. Я тебе сейчас забью, Кристина. Почему мужика Кристина зовут? Ну, это может быть специфическое мелитопольское имя. Кстати, может быть. Ну давай, нападай, давай, Леня, давай. Давай, все, хорошо, тогда. Опа, обводим вот это, обводим Кристину. Обводим я вот влю, это. Я вовлю, я вовлю. Да-да, куда, Чептин? Ядрить ты, колотит, вы в другую сторону, мяч в другую сторону, ваши ворота там. Катя, я походу сам не справлюсь. Все, я здесь ловлю, и сюда, и ворота, и гол, ну отбиваю. Отбила. Чё ты как-то криво это отбила, ты себе ворота отбила, они нас сдрюкали просто за секунду, я даже на их половину вот этого поля не смог зайти с мячом. Ты же говорил, что ты в детстве играл в футбол, ну так кого ты обманываешь, так это, а фу. Так это тоже было где-то в 5-6 классе, сейчас мне вообще 25 лет, так подожди, мне кажется, мы с тобой немножко отвлеклись. Давай заходи в это в дом и посмотри, что там есть в сундуках. Мы же как бы не обязаны их вот это побеждать, мы же с тобой не малитопольцы получается. Так, в сундуке у нас... кроличья лапка. Ладно. Я сейчас вообще ничего не поняла. Мы пришли в спортивную деревню, у меня в сундуке маринованный павучий глаз. Так, хорошо, давай тогда в другие дома я сюда захожу. Ты заметила то, что в каждом доме просто какое-то снаряжение для качка вот это находится? А в сундуке у нас порох. Да, странная какая-то деревня, я думала... Ух ты, нифига себе, ну-ка залази сюда. Смотри, бильярд. Опа, бильярд, а ну да, бильярд это тоже же вид спорта, вот это, так, подожди. В сундуке, есть сундук, в сундуке у нас светопыль находится. А сзади у нас стойки для зельеварения, и в стойках у нас находится... Что у нас здесь находится? Пузырьки воды. Просто обычные пузырьки воды. Я, если честно, вообще ничего не понимаю. Зачем нам маринованный павучий глаз? Мы что, в город химии, что ли, попали? Нет, вроде спортивный город. Кто-нибудь объяснит связь, а, логику? Подожди, вот и я ничего не понимаю. Так, может, нам еще нужно пройтись по остальным домам, и может, мы здесь что-то сможем найти? Так, давай ты в кузницу тогда заходи, там 100% будет что-то полезное, а я вот в эту башню зайду, вижу один сундук, в этом опять порох. Тут только один порох. Есть что-то в кузнице? Подожди, есть тут сахар и нарост из незера. Подожди, так это очень сильно похоже на какое-то зелье. Ну если мы где-то с тобой находим нарост на из незера, это только для зелья. Забирай его, а я пока еще посмотрю, что в этом сундуке есть. В этом сундуке палка на отбрасывание 7. В смысле палка на отбрасывание? Это кого она там отбрасывать-то собралась? Так, подожди, сейчас я ловишь меня? Лови меня, я тогда прыгаю. Так, подойди вот сюда, вот встань куда-то, вот сюда, встань, да, смотри. Палка на откидывание. Офигеть, я улетела в космос куда-то, и зачем ты так со мной? Стоп. Ты смотри, я только что спас свою жопу от мистера Крипера, а чё, так можно было? Кать, подойди сюда. Подожди, а!
Походу, у меня появился инструмент, с помощью которого я смогу всегда троллить Катю. Ну а чё, подошел такой просто Катю в космос, такой в космос, просто такой взял, отправил. Так, подожди, подойди сюда, уйди от этого каратиста. Ага, он сейчас меня опять это вздрючит и все. Ага. А есть вторая такая палка. На прогиб тебя кинет, так, держи вторую палку, только лишний раз ее не используй. Короче, подойди. Ага. Стой, все, стой, стой, подожди, подожди. Да стой ты, стой. А может мне эта палка поможет каратиста взрючить, а? Подожди, а может нам эта палка поможет это... гол забить этим футболистам? Так, то это уже какой-то бред получается. Подожди. Не можем мы с помощью палки выиграть? Можем мы с помощью палки выиграть, только подожди, я тебе изначально предлагаю скрафтить зелье силы. Не зря мы сейчас нашли вот эти ингредиенты. И с помощью зелья силы я победю вот этого мужика, который машины поднимает, а ты победишь вот этого каратиста, а? Да, потом мы вместе с тобой пойдем и этих футболи... футболистов вздрючим! Футболистов вздрючим. Все свои ингредиенты бери с собой. Побежали в тот дом, где были вот эти зелеварочные стойки. И сейчас сделаем зелье силы, и зелье скорости, и зелье прыгучести, и зелье и всего остального. Давай. Тихо, только тихо, чтобы никто не услышал, что мы тут читерим немножечко, давай. Допингом закидываемся. Давай, не закидываемся мы никаким допингом. Мы просто делаем майнкрафтские зелья. Все, давай. Незеритовый нарост запиндюкивай, давай быстренько. Так, пошел. Пошел допинг. В левую стойку пихаю сахар, чтобы зелье ускорения было, а вот сюда я запихну... Давай кроличью лапку на всякий случай, вдруг нам вот это высоко нужно будет прыгать, а? Да, давай, это пригодится в футболе, прям, чтобы их перепрыгнуть и мяч забрать. Одно зелье силы тебе, два зелья силы мне. Тебе зелье прыгучести и тебе зелье скорости. Хватит? Конечно, хватит вздрючить этого каратиста противного. Ну тогда я тебе предлагаю накатить по пару зелечек, вот это, напялить на себя спортивную форму и пойти сдрюкать весь этот Мелитополь. Мелитополь, правильно, давай все бахаем и все, идем да. Прям всех. Накатываем по одной, Катюшка, давай. Опа! Зелье силы нам точно вот это пригодится. Ну я прям чувствую, как зелье силы по моим вот этим мышцам, мускулам течет. А ты чё? Я чувствую себя прям той самой первоклассной каратисткой, вот, которой я была в первом классе, поэтому первоклассной. Собственно, я готова всех тут это размотать. Ну тогда первое, что мы с тобой делаем, это вздрюкаем вот этих футболистов. Ты зелье вот это скорости выпивай. Выпивай зелье скорости. Вот эту палку в руку бери. Ты стой на воротах, отбивай мячи, я буду забивать им голы. Все, давай. Все, тактика вообще простая, погнали. Это самое, Кристина, Леня, вот это, мы вас сейчас вздрючим, мы берем реванш, вот это моя девушка стоит на воротах, вы идите вот туда, давайте, начинаем. Давайте, посмотрим, кто кого сейчас вздрюкает. Ты готова, Катя? Я готова всегда, давай. Все, можете идти на ворота, вместе становиться, давай. Тогда. Раз, и два, и вот этот, и три. Давай, нападай. Я уже гол забил с одного удара. Середины, середины поля. Ну я вам говорил, что мы вас сейчас кокнем! А чё вы думали? Я чё, даже не думал, что палка зелья так хорошо сработает. Идёшь, вздрюкаешь каратиста. Зелье силы ещё действует или ещё одно выпить? Так, подожди, 50 секунд осталось, 50 секунд, я успею его за 50 секунд. Эй ты, Ари, готов, Ван Гог, или как ты там зовут? Моя девушка реванш хочет взять. Давай, Кать, покажи ему, как тут дрюк от вот это каратистов. Харакири цунами, хибачи кимоно, вот это, суши роллы. Давай, погнал на меня, давай, на тебе палкой, короче. Давай, что ты мне сделаешь? Давай, нападай. Я хочу, чтобы ты показал все свои приемчики, Ари, готошник ты. Давай, сюда ходи. Оп, сейчас бахнем незаметненько. А сейчас мой последний удар тебе. И кия! Вот так вот. Пошли вот сюда, остался вот этот. О, теперь ты, давай. Сейчас я, у меня же еще одно зелье силы осталось. Подожди. Это случайно, это сок. Эй, ты слабак, сразись со мной. Это ты слабак, кого ты тут слабаком назвал? Ты на меня сначала посмотри вот это. На меня сначала посмотри, у кого мышцы больше, Катя? У меня мышцы больше или у него мышцы больше, а? Да, у тебя в два раза больше, чем у этого хилидова. Вот вообще фигня. Кто больше машин поднимет? Давай за 30 секунд, да? Кто больше машин всё, поднимет? Всё, я засекаю. Всё, давай. Подожди. Ты в ту, моя красная, твоя синяя, иди в ту сторону, так? Еще. Опа, одно зелье. Вот так, все, давай, Кать, засекай. Так, давайте, раз, два, три, поехали. Одна.
два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ты считай там, Катя, считай! Считаю 10, 20, 30. Да, молодец, давай. Он уже вздыхает, смотри. Вздыхай, вздыхай быстрее. Ну, в смысле, за вот это... Опа, ты смотри, у меня еще полно сил. Все, он уже, походу, не может. Он уже на последнем издыхании машину поднимает. Да! Все, я на футбольное поле ее вообще закинул. Ты так можешь, не можешь. Нет, он так не может. Ну, короче, тут как бы... он выиграл, это факт. Ага, и сейчас, иди же... Опа, полетел отсюда с моей площадки! Я тут машины с этого момента поднимать буду, а не ты! Всё, ушёл отсюда! Всё, полетел отсюда, так тебе и надо, блин! А чё ты меня-то ударила? Ой, я нечаянно. Все равно вы все слабаки. Слушай, Катя, ты не хочешь ему случайно свой вот это аригато кимоно прием через прогиб прописать? А ну давай. А сейчас я бахну зелье прыгучести и просто сверху на него как? Вот так и палкой, блин, на тебе! На! Вот все, вот так вот с каждым будет. Ну там каратисты обычно кричат что-то, я пока не особо умею. Ну там типа кия! Вот это вот все. А ты, кстати, видишь, что там перед нами находится, а? О, так это же это пьедестал победный. Так, ну тогда чур мое вот это золотое место, я все же как бы гол сегодня забил и вот это все, а ты тогда серебряная сегодня будешь, ага? А каратиста кто кокнул, по-твоему? Ну ты только одного каратиста кокнула, и этого качка победил, и в футболе гол забил. Я на воротах стояла. Ладно, все, забирайся тогда сюда ко мне, мы с тобой сегодня будем оба золотые. Вот, но только вот эта золотая статуэтка, она будет моей, все, спасибо. Ой, спасибо всем болельщикам, спасибо всем присутствующим, кто за нас болел. Если бы не вы, этой бы победы не было. Спасибо вам, и вам, и вам, и вам. Эй. Ну, учитывая то, что машину я поднял, значит машина моя... Хватит там в футбол играть без моего вот этого разрешения! Вот как голы надо забивать! Ходят тут мячи, пинают или как его передвигают, так как... Красную машину, давай стройкостанцию свою запиндюкивай вот сюда! Ты им мяч, кажется, в паутину засунул. Вот так будет с каждым! А чё бог Майнкрафта думал? То, что если он нас отправляет вот этот спортивный город, то мы тут не станем самими огромными спортсменами. Фу! Расплюнуть! Да, вообще как нефиг делать, еще и тачку угоню. Ты, конечно, накачался так, что в машине так тесно стало, я уже не могу сейчас в окно вылезу, ёпростоте. Ну подвинься, подвинься, у меня просто мышцы слишком широкие сегодня стали, подвинься, Катя. Ага, широкий ты мой. Сейчас тебя на прогиб кину и все. Ага, я тебя аригато сейчас сделаю, харакири, прям вообще через кишки. Через что? Через кишки!